Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 23 ноября. Родион и Яраст. У этого студеного ноябрьского дня было сразу два небесных покровителя. При этом каждый из них будто норовил перещеголять своего товарища ледяной выдержкой, холодностью отношений, своими вековыми, словно на морозе застывшими привычками, которые с течением времени совершенно не менялись. Родион, например, вечный спутник зимы, из года в год назначающий своей снежной леди свидание, еще с утра к очередному рандеву все дороги литком гололедил. А Ярасту для вдохновенной работы музы не требовалось. Наш Яраст сам на все гораст, и на холод, и на голод, и на бездорожную метелицу. И еще, на Яраста жди ледяного наста. Впрочем, случались незадачи и у этих студеных господ. Накануне, то есть 22 ноября, значится Матрёнин день, а на его счет есть свои приметы. На Матрёну иней на деревьях к морозам. Коли на Матрёну туман к оттепели. Так вот, если Матрёна забывала на земле свое туманное одеяло, то расплывалось оно по земле белым плотным облаком, вызывая неожиданные по эту пору оттепели. А бывало и так, что ледяные насты Яраста дождиком поливала аж до 6 декабря, теша матушку распутицу. Но люди, к капризам природы давно привыкшие, ни холоду, ни теплу уже не удивлялись, зная, что ноябрь бездорожник то снегом сеет, то грязь месит, ни колесу, ни полозу ходу не давая. На этот день существует примета. Откуда она появилась, никто не скажет. Так вот, если днем 23 ноября угостить скотину, освященном в храме, куском хлеба с солью, то она будет всегда здорова. Говорят, нехитрое это действо помогало и захеревшую живность на ноги поставить. Верили в это свято всей душой, иначе зачем человек, покупающий зимой корову, обязательно требовал от хозяина и придаток, тот самый освященный солью кусок хлеба. В некоторых селениях, приведя в дом только что купленную корову, хозяйка непременно давала ей заслонки хлеб-соль и приговаривала, как заслонка от печи не отходит, так и ты не отходи от двора. Где-то встречали новокупленное животное в воротах или же давали ему хлеб-соль с открытого окна дома. То, что в хлебе столь выдающиеся качества обнаруживались, еще понятно. Он и сам по себе свят. А соль? Она-то тут при чем? Оказывается, и соль при определенных обстоятельствах свои магические свойства проявить может. Попробуйте просыпать ее щепотку на стол. Непременно с кем-нибудь ссориться придется. А чтобы избежать подобной неприятности, нужно ли рассмеяться или ударить себя по лбу, для верности слегка посолив голову. Чтобы во время свадебной церемонии молодоженов не сглазили, жених должен держать у себя в кармане небольшой мешочек с солью, а женушке следует, подсаливая еду, для милого приготовленную, говорить: «Как люди соль любят в ястве, так бы и ты меня любил». И это еще не все. Сочетание хлеба и соли у многих народов играет роль емкого символа. Хлеб олицетворяет богатство и благополучие, а соль защищает от враждебных сил и чар. У русских в начале и в конце обеда советовали съесть для счастья кусочек хлеба с солью. Угощение гостя хлебом с солью устанавливало между ним и хозяином дружеские доверительные отношения. Отказ же от них был равносилен оскорблению. Радушных и гостеприимных хозяев и сегодня называют хлебосольными. Фразе «хлеб да соль» приписывают магическое значение. Одни считают, что этими словами, если их сказать после окончания трапезы, отвращается всякое зло. Другие, если во время трапезы кто-то придет и скажет «хлеб да соль», то этим изречением отгоняются злые духи. И это еще не все. Да за стол пора. Хлеб да соль вам, хозяева. Братья месяцы.